У меня в руках была моя самая любимая кукла. Этот колодец так заворожил меня, что я не могла уйти, не заглянув внутрь. Я нагнулась туда посильнее, чтобы заглянуть поглубже и увидеть дно, как вдруг я услышала мамин голос. Она позвала Нихан и спасла меня от падения в этот колодец. Но от неожиданности я уронила туда свою любимую куколку. С того самого дня я тайно приходила сюда. Когда в чем-то сомневалась, или у меня был какой-то важный секрет, я доверяла его этому колодцу с куклой. Кроме одной тайны. Тоска по тебе глубже этого колодца, Кемаль. Это бездна. И я доверила ту тайну ветру. Ведь ничего нельзя было изменить. Пути назад не было. Любой путь может привести назад. Если захочешь. Наш не может. Убийство отменить нельзя, Кемаль. Сокрытие преступления тоже необратимо. О чем ты говоришь? 5 лет назад мой брат убил человека. Мой брат стал преступником. Ты хотел знать, что меня заставляет жить с Эмиром. Теперь ты знаешь. Почему ты молчишь? Большой грех.